Всем привет! Я Аня, и ты на Double Bubble. И сегодня у нас будет дорого против дешево Pop-It Challenge. Кому-то из нас достанется неограниченные суммы, чтобы купить все попыты, которые он захочет. А кто-то должен будет выкручиваться на 0 рублей. У кого попыты будут круче, тот и победил. Ну что, Саш, скидываемся? Давай, кто выиграл, у того бесконечное количество денег. Давай. Раз, два, три. Блин, я проиграла, что ли? Нет, у меня 0 рублей. Что мне делать? Офигеть, у меня безграничное количество денег на все попыты, которые я смогу найти. Мне кажется, так выглядит успех. Ну а я буду выкручиваться. У меня тоже есть много идей, где добыть бесплатные попыты. Ну что, я уже в торговом центре, и как мне кажется, моя задача сегодня довольно простая. У меня опыт уже в этом есть. Поэтому план такой: обойти сейчас все палатки в ТЦ-шке, которые есть, зайти во все магазины, в которых могут быть попыты и Simple Dimple, и скупить просто их все и выиграть ваник. Погнали. Так, это мороженка мне не подходит. Во, вроде здесь вот аллея с палаточками. Может, здесь что-нибудь найду? Так, опять еда, здесь украшения. На самом деле, я заметил, что попыты в ТЦ-шках искать достаточно сложно. Потому что в детских магазинах они еще не продаются почему-то. А продаются только в таких палатках, либо палатках с телефонами. А их на самом деле не так и много. Так, вот здесь, кстати, есть телефоны. Может быть, здесь что-то и продается. Так, какая-то неудача, невезуха. Нету здесь в этой палатке тоже попытов. Идем искать дальше. Ребята, первая бесплатная идея, где найти попыт, у меня уже есть. Для этого я пришла в Макдональдс. Обычно на всяких крышечках от кофе есть специальные пупырки. И они безумно напоминают попыты. Но, к сожалению, напиток я себе не могу позволить купить. Поэтому мне придется искать такую крышечку. Так, у кого здесь есть кофе? Вон, смотрите, дама за соседним столиком. Сейчас она доест, и я возьму крышечку у нее. Отлично, отлично, кажется, они уходят. Я нашел магазин первый с игрушками, и я очень надеюсь, что они там будут. Потому что пока мне удача не улыбнулась. Погнали посмотрим. Так, это что-то пока все не то. Это не то, не подходит. Здесь тоже нигде нету. Зуко. Ладно, мне это не нужно. Это что-то из моего детства. Блин, неужели я ничего не найду, а? Опа-на! Наконец-то! Итак, ребята, это супер удача. Я беру просто вот это все. Это очень круто. Смотрите, какие здесь есть. Вот такой прикольный, наверное, возьму. Это какой-то брелок Simple Dimple Polo Spinner. Это тоже какой-то спиннер. Короче, все это надо брать. Все, первые попыты есть. На самом деле я не удержался и взял вот это. Просто вкус детства. Очень хочу попробовать. Ребята, мне пришла в голову еще одна гениальная идея. Ведь некоторые товары продаются в пупырчатой пленке, а она просто нереально круто кликает. Я знаю, что обычно в такой пленке продаются товары, которые могут поцарапаться. Вот, например, велосипеды. Велосипед, конечно же, я купить не смогу, поэтому пойду попробую попросить. Здравствуйте, а у вас не найдется пупырчатой пленки? Мне нужно бесплатно. Пожалуйста, 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 мне очень нужно. Ну да, маленький кусочек, поделитесь. Спасибо, спасибо. Сейчас мне принесут. Ребята, это настоящий успех. Мне абсолютно бесплатно дали пупырчатую пленку. Так, так, так. В первом магазинчике мне, конечно же, повезло. Опа-на. Стоп. Походу, удача улыбается мне просто в соседнем магазине. Смотрите, какие офигенные попы. У нас таких не было даже. Вот сердечко. Блин, такие цвета классные. Короче, я тоже беру. Там у нас вообще цветной классный. Ладно. Что поделать, возьму все. Ну что, второй магазин просто подряд. И я пополнил попытами уже свой рюкзачок. Офигенно. Мне кажется, у Ани шансов против меня нет. Я даже не знаю, что там смысл придумать без денег. Пока я ехала домой, нашла несколько тиктоков, как сделать попыты своими руками. У меня для этого есть 3 формочки. В первом из них я сделаю ледяной попыт. Формочку полностью заливаю водой и отнесу сейчас в морозилку. Главное по дороге ничего не разлить. Максимально осторожно. Так, в палаточке я еще взял парочку попытов. Отлично. И, кстати, зашел вот в
такой магазин прикольный. Здесь обычно в таких тоже что-то бывает. Так, вот здесь всякие цветастые штучки прикольные. Но, к сожалению, попытов нет. А что это такое? А, какая смешная овечка. Блин, круто. Смотрите, что нашел. Офигенный меч. Жалко, он не попыт. Короче, в этом магазине мне не повезло. Иду искать дальше. Пока он замерзает, второй попыт я сделаю из шоколада. Для этого у меня уже разогрелась водяная баня. В ней я сейчас буду топить шоколад. Шоколад уже начинает плавиться. Давайте сюда добавим немножечко молока. И теперь как следует это все замешиваем. Шоколад полностью растоплен. Нужно скорее заливать форму. Вы только посмотрите, какая вкуснятина. А аромат здесь стоит просто нереальный. Аккуратно переливаем шоколад, потому что все очень горячее. И теперь распределяем его по форме. Чтобы процесс ускорить, также положу его в морозилку. Я поднялся на второй этаж и очень надеюсь, что здесь я что-нибудь смогу найти. А если попытать удачу здесь? Блин, а классная была бы идея, да? Вот в этих штуках, если бы лежали попыты, я бы достал все. Вижу еще один детский магазин, попробую зайти сюда. Очень надеюсь, что здесь они будут. Блин, как я и думал, в таких магазинах нифига их не бывает. Ладно, пойду искать дальше. Пока мои попыты готовятся, я сделаю скоростной попыт из кинетического песка. У меня есть крутой розовый и бежевый цвета. Распределю их как-нибудь так, чтобы смотрелось очень красиво. Ба, как они в ячейки западают, прикольно! Такое ощущение, что я играю в куличики. И этот песок нереально классный, я обожаю его просто мять. Самые простые попыты я сделала. Посмотрим, что получилось чуть позже. Пора переходить к более сложным. Ребята, я просто шел мимо детской парикмахерской. И посмотрите, что я нашел. Это просто какой-то гигант бабочка попит. Он мне нужен. Ребята, это все. Это просто победа. Смотрите, какая просто гигантская бабочка. Единственное, я прям задумался, покупать или ее нет, потому что стоило оно. Я вам сейчас по секрету скажу. Вдох, не расстраивайтесь. И Аня, не говорите. 5000 рублей за попыт. Неплохо, сердечко. Ох. Ну ладно, я же сегодня богатый покупатель попыт, а не Аня, у которой денежков 0 рублей на попыты. Интересно, как она там справляется, бедняжка. Теперь я буду делать Simple Dimple. Для этого взяла 2 листочка картона и много-много фоамирана. Кусочек фоамирана проглаживаю утюгом и пока он горячий, натягиваю на яйцо. Давайте пробовать, надеюсь, у меня получится. Давайте посмотрим, что получилось. Вытаскиваю яйцо. Точно, ячейка. Смотрите, какая выпуклая. Обалдеть. Очень круто. Таких мне надо сделать 6 штук. Все листочки обрезаем ножницами, чтобы осталась только пупырка. Я специально оставила вот это место, чтобы ее приклеить к картонке. В ней как раз мы сейчас вырежем 6 дырочек. Теперь в эти ячейки просовываем наши пупырки. Теперь эту всю красоту сзади заклеиваем вторым листочком картона. Ну что, смотрите, какой нереальный Simple Dimple у меня получился. Саша точно не ожидает, что я сделаю такую крутую штуку. Ребята, мне кажется, я нашел огромное количество попытов, и Аня просто не сможет выиграть у меня. Погнали, посмотрим, что у нее. Так, из чего еще можно сделать попыт за 0 рублей? Думаю, надо идти искать на кухню. Ну что, пробуем искать в холодильнике. Что? Что может быть офигенно кликающим предметом? Может быть, баночка от сыра? Нет, вообще не похоже. Упаковка от яиц! Давайте попробуем. А, не рассыпать бы десяток. Ну
что-то такое. Ладно, в холодильнике ничего нет. Точно, у меня, кажется, есть идея. У меня же есть вот эти офигенные конфетки. Посмотрите, какая у них упаковка. Да-да-да, вот эти кругляшки. Конфеты надо все вытащить, ну или съесть. А, где тут? Вот. Ням. Эти конфетки мне не нужны. Вот эта штука мне нужна. Она очень похожа на попыт. Беру ее. Здесь у нас что? Ничего интересного. А здесь? Вижу. Все же знают, что упаковка от жвачек тоже выпуклая. Вот они, эти ячейки. Все жвачки отсюда надо удалить. Ну что, дорогая моя, как успехи? У меня просто восхитительно. Ой, ладно, заливай. У тебя просто нет шансов. Я потратил столько денег на эти попыты. Вот, смотри. Учись. Купить каждый может. Офигеть! Дай попопить. Нет. Я еще куплю. Просто посмотри, какие крутые попыты. Предлагаю сравнивать. Хотя, что тут сравнивать? Самоделкина. Так, Саш, давай начну я. Ты будешь сейчас просто в восторге. Посмотри на эту красоту. Это же настоящий Simple Dimple. Посмотри, какой он огромный. Посмотри, как он кликает. А, кликает, кстати. Ну хватит! Некоторые ячейки кликают. Не, ну, как бы за старание 5. Он сногсшибательный, Саша, прекрати. За клики... Он просто шепчет. Это попыт шепту. Попыт. Ладно, Анечка, я накупил таких крутых попытов. Во-первых, посмотри. Это что? Ага, у тебя даже разваливается все сразу. Да это попыты, они какие-то стали не очень. Короче, это брелок. Simple Dimple. Слушай и учись. А, не в ту сторону. Ну да, да, звук хорош, хватит. Ой. Он не шепчет, как мой. Мне не жалко для тебя, надержи. Не, давай какой-нибудь другой. Слушай, я столько накупил, на самом деле, классный. Обалдеть, он и носик? Да. Где ты его нашел? Блин, очень классный, мне так понравилось. Какой красавчик! У него очень классная зеленая штучка сверху. Да, классная форма, классная прям. Иногда бывают не очень какие-то, а вот это прям то, что нужно. Ну-ка, как он звучит, давай. Сейчас, разгибаем его. Опять продавец кликал, представляешь? Стопудово, да они все кликают, да. Итак, внимание на экран. Ну, мне нравится, неплохо, да? Да, вполне себе. Там... Выглядит прям на десяточку, я считаю. Знаешь, что выглядит на десяточку? Так. Вот это настоящий попыт. Это от чего? Это там конфет каких-то? Да, это вот эти риски с орешками. А, тофики. Они очень вкусные. Понятно, как звучит настоящий попыт? Ты знаешь, по сравнению с твоим шептуном, это хотя бы звучит и, в принципе, давится. И какой-то вот эффект антистресса даже есть. Ой, кстати, смотри, классный. Тут есть маленькие, прям они настоящие, как вот, видите, маленькие? Они тоже давятся, Саша. Да, это... тихо. Ну, как бы... Это два в одном. Если есть дома упаковка, то, ну, как бы, балл засчитан, я считаю. Короче, неплохо. Не ломай мой попыт. А вот просто у тебя есть такой попыт, который ты бы выбрал и сказал, это самый крутой. Ты подумай пока, но я бы на твоем месте сел поувереннее, потому что ты сейчас видишь самый крутой и самый дорогой попыт, который я просто нашел. Ну давай, покажи. Внимание на экран. Что это за гигантелло? Перед тобой попыт за 5000 рублей. Попыт-ковер! Это попыт-баттерфляй. Это же просто наслаждение! Просто офигеть! Он очень плотный. Он, кстати, смотрите, она машет, типа крылышками. Классно. Очень круто. Выглядит круто, да? Слушай, он больше, чем мое лицо. Дай потрогать хоть. А как звучит? Давай, показывай. Убирай свои вот эти шептунов свои. Сейчас папа попытов выходит. Симфония. Блин, вы прикалываетесь, его кто-то прокликал, всю бабочку. Что за люди? Блин, сидят там, кликают, кайфуют и обратно не возвращают. Саша, твой выход, давай.
Давай, держи ты с той стороны, я с этой. Слушаем. Давай вместе. О, на столе вообще кайф. Звук как будто от печатной машинки. Просто, смотри, может сложить. Блин, это и самый большой. И все равно будет большой. Капец, просто. Офигенно. Подари мне, пожалуйста. Да крем, нет. Саш. Я буду с ним ходить. От сердца и почек дарю вам цветочек. Классный попыт, скажи. Очень крутой. Мне кажется, я победил. Нет. Так вернемся к тому... Что ты можешь противопоставить этому прекрасному попыту? Ты посмотри, у меня попыт еще больше, чем твой. У тебя этот прародитель попыта! Да, вот смотри, он загородил даже тебя. Он еще больше. Вот сколько? Блин, это бумага с пупырками, где ты ее отрыла? Я зашла в магазин, и мне дали ее бесплатно. Слушай, а мне казалось, что хлопают они поярче. Кто-то же тоже это все прокликал. О, у меня аж мурашки по коже. Вот это настоящий попыт. Класс. Не, вот это реально круто. Хороша. Вот это настоящий антистресс пупырка. И это стоит не 5000 рублей, а совершенно бесплатно мне досталось. Блин, ты молодец, это крутая идея. Вот настоящий попыт, я на самом деле считаю. Да. Мне кажется, даже вот эти многоразовые не заменят удовольствие от этой... Олдскульные штучки. Да. Так, еще из необычных у меня есть вот такой Among Us. Вау, красного цвета! Да, кстати, помнишь, у нас с тобой уже был черный? Блин, красный я не видела ни разу. Мне интересно сравнить, отличаются они чем-то или нет. Ну, звучит он классно, да. Че, готовы сравнить? У нас вот этот уже был. Давай, я буду кликать красный, а ты черный. Готовы? Да. Погнали. Абсолютно одинаковые, что в принципе следовало ожидать. На самом деле мне вот эти меньше всего нравятся. Ну, я взял как бы для коллекции. Попробуй удиви меня. Смотри. Хендмейдерша. Смотри, у меня что есть. Ого, это что? Это попыт из кинетического песка. Оба-на! Слушай, ну выглядит круто, я тебе честно скажу. Смотри, ты заценил цвета? Очень классно, стильно. Он выглядит как настоящий попыт. Вообще просто не отличишь, если не знаешь, что это сделано из песочка. Слушай, очень круто, реально прикольно. Но у меня есть подозрение, что он не кликает. Ты готов это услышать? Что? Как это возможно? Они же из песка! Аня, что там у тебя? Ничего, Саш. Ты что, кликала вот этим? Ну что? Это нечестно! Это была магия! Ты это не магия, это читерство! Нет, первое впечатление, оно тебя не обмануло. Капец, это нечестно! Я реально думал, что песок кликает. Блин. Ну, я тебе скажу, хоть он и не кликает, но вот когда делаешь вот так вот... Очень приятно. Мне прям кажется, это настоящий антистресс. Не ломай мой попыт, хватит там наминать. Ладно, это был очень прикольный поп, на самом деле мне понравился. Конечно. Но смотри, какой я нашел еще. Ууу, какие красивые цвета. Да, кстати, надоели уже вот эти радужные цвета. И вот сейчас стали появляться вот такие красивые попы, нежные, розовые такой. Я бы назвал это фисташковое мороженое с клубникой-земляникой. Больше похоже на обычную розочку, розового цвета с такими нежными листочками. Так, ладно, сейчас мы его выворачиваем. Слушаем эту красоту невероятную. Слушай, ну прикольно. Прикольно, да. Этому попу огромный плюс за то, что у него классный цвет. Да. Ладно, смотри, Саш, сейчас я буду тебя удивлять. Да куда уж еще? Это что? Это из Макдака. Я не понял, ты что, кофе купила? У тебя не было денег. Не было у меня денег. Я ее нашла на столике. И вот видишь эти пупырки. Вон они. И они тоже классно кликают. Слышал? Еще раз. О-о-о! Вот это настоящий клик! Да ладно, ну это было очень громко. Блин, капец они, их продавить очень сложно. Очень упругие, да. Ты их выгнал в обратную сторону, получается, да? Да-да-да. Так, и теперь кликнуло. Внимание, слушаем. О-о-о, как громко! Мамочки! Это не попыт, это? Ох,
Эй, первые два были идеальные. Ладно, вот это на самом деле кликает, очень вообще круто. Вообще топчик. И можно в Макдак, самое главное, пойти и набрать их там, да? Вообще бесплатно. Говорю, со стола взяла. Ну что, настало время удивлять. Давай. Смотри, спиннер Simple Dimple. Серьезно? А, как он классно вертится, слушай, не останавливается вообще. Ну, но самое главное, так, кликает ли он. Погнали. Не слышу! Блин, не пойму. Саша, он что, не работает у тебя? Работает. По-моему, Николай в соседней комнате кричит громче, чем кликает этот спиннер. Зато он хорошо вертится. Блин, вертится вообще идеально. Ну а сейчас, вот сейчас ты готов удивляться? Я даже не знаю, чем ты меня удивишь после конфет, каких-то пленочек. Это ледяной поппит. Леди поппит? Леди поппит, да. Смотри, какая это красота. Ну, выглядит, конечно, так себе. Да смотри, какой он классный. Его можно и самому еще и собрать. Вот, видишь, он чуть-чуть подразвалился. Самое главное, Аня. Что? Он не кликает. Руки на стол, чтобы я видел, что... Что, все честно, а не как в прошлый раз. Ну, давай. Да ты просто стучишь по нему. Издает звуки? Издает. Да это не бесконечный антистресс. Он растает через 10 минут уже. Зато летом очень полезная штука. Можно добавлять в напитки. Саш, сейчас я покажу тебе такой поппит, который точно сделает меня победительницей. Знакомься, это шоколадный поппит. Что? Вкусняха? Блин, очень круто. Хочу попробовать. Смотри, сейчас я его достану, и ты мне проиграешь. Тик. Ну что ты не отлепляешься-то? Пожалуйста, 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 отлепай. Давай. Эй, хоть чуть-чуть. Блин, он какой-то как помадка стал. Чё такое? Как мастика, смотрите. Нет, 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 не может быть. Неужели он сейчас развалится? Пожалуйста, выковыривайся. Давай. Эй, вообще кусками вываливается. Что это за жесть вообще? Я что, его не додержала? Нет, 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 моя идея, она же была гениальнейшая. По-моему, Анечка, ты провалилась. Дай хоть попробую, что тут за шоколад. Он очень вкусный, безумно вкусный. Я его держала, наверное, 3 часа. Почему он не замерз? Шоколад правда вкусный. Хватит есть мой поппит, отдай. Но... Это мое изобретение. Я считаю, что это незасчитано. Как это незасчитано, ребята? Ну не готово, это даже не похоже на поппит. Это поппит, что? Это шоколад в поппите. Вот, смотри. Кошмар. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Чьи поппиты вам запомнились больше всего? Скорее голосуйте в комментариях. А еще не забывайте подписываться на мой классный инстаграм. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк и подпишись на наш канал.